анонс и точно до выхода 4 серии 3 сезона сериала «Против всех». 4 серия сериала выйдет в эфир 22 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как на пороге дома Занозиных появляется новый член семьи, третий брат-близнец Михаил. Миша, стремясь завоевать расположение родных, везет их в столицу. Знакомится со своей столичной жизнью и в качестве широкого жеста восстанавливает смоленский дом деда Захара. Однако героям не суждено насладиться семейной идиллией. Рядом с ЖК начинается строительство кольцевой дороги, которая по плану должна пройти прямо через участок несговорчивого семейства. Семья Занозиных снова начинает борьбу за сохранение своего родового гнезда. 4 серия сериала выйдет в эфир 22 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, доставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.